Глава «Справедливой России» Сергей Миронов и его пятая жена Инна Варламова удочерили 10-месячную Маргариту Прокопенко, которая находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации города российской армией. Оттуда девочку вывезли в Россию и поменяли ей имя и место рождения. Теперь девочку зовут Марина Сергеевна Миронова. Усыновление депортированных украинских детей в России – это военное преступление с точки зрения международного права. Это нарушает Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка и может считаться геноцидом. Это первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга. Уполномоченная по правам ребенка в России неоднократно говорила, что россияне не могут усыновлять детей с оккупированных территорий Украины. До этого российская сторона признавала лишь вывоз и передачу детей под опеку в российские семьи.